привет, на сайте Алиса. И сегодня мы будем делать поделку своими руками. Для этого нам понадобится листочек, клей и ножницы. И фломастер. Вот такую поделку сегодня мы будем делать. Подарок своими руками. Вырезаем прямоугольник. Складываем вот так вот. Для этого нам нужен клей. Потом берем и смазываем вот здесь. Прижимаем хорошенько. Так, теперь разотрем. Разукрашиваем цветами. Берем еще один цвет и делаем тоже. Вот у нас получается такой рисуночек красивый. В этот конвертик можно положить подарок. Заклеим вот здесь. И вырезаем вот так. Вот такой конвертик у нас получился. Красивенький такой. Туда можно положить подарочек и что-нибудь красивенькое.